По шестому дому гороскопа у нас идут домашние животные. То есть Раху может вам добавить еще одно стадо овец или стадо коров. Это крупный рогатый скот. Если кошечки, собачки, рыбки, хомячки у нас идут по четвертому сектору гороскопа, то по шестому это те люди, которые занимаются сельским хозяйством. Это свой дом, это фермеры. Вот здесь вот будет увеличение поголовья по Раху. Активируется тема служения. Еще больше добавляется хлопот, заботы о ком-то, да, может быть, надо присмотреть за кем-то из родственников, из престарелых, может быть, такое служение быть.